нежелательно на территории РФ, вы сейчас все будете задержаны, доставлены в территориальное подразделение для составления оперативных материалов. В случае неповиновения законным действиям сотрудника полиции, в соответствии с законом о полиции, значит, в отношении вас может быть применена физическая сила или специальные средства. Поэтому попрошу не нарушать общественный порядок. Журналисты, если у вас есть удостоверение либо аккредитация, значит, прошу предъявлять, в отношении вас будем разбираться отдельно. Спасибо. Начинаем работать. Чем смысл желательности? Все через, потом по факту, по административным материалам, более подробную информацию через службу взаимодействия со СМИ. Выдавал. Начинаем работать. Так, граждане, ваше мероприятие закончено. Я попрошу собираться. Попрошу собираться. Не нужно только устраивать панику. Значит, все собираемся и потихоньку выходим на выход. Депутатов никто надо не будет. Полиция какая? Вы собираетесь всех задержать участников? Уважаемые, скажите, пожалуйста, вы собираетесь всех?